В 90-е годы банда Волговских из города Тольятти активно сотрудничала с рязанской группировкой «Слонов». Часто происходил обмен киллерами, денежными потоками и проводились совместные бандитские мероприятия. К примеру, был случай, когда 8 рязанских киллеров отправились в Тольятти, где для них организовали комфортные условия проживания, а они ездили по городу и отстреливали неугодных волговским коммерсантов. Гибли при этом и обычные люди, их могли убрать по ошибке. Узнав об этой акции, мы все время расследовали этот факт в разрезе дела о банде «Слоновской группировки». Тогда я следственную группу это возглавлял. Но пока мы, к сожалению, выехали в Тольятти и стали выяснять, кто же этим всем там руководил, мы вычислили этих людей. Но за это время, узнав, что возбуждено дело и ведется розыск всех участников этих вот бандитских акций, Владимир Пчелин и Владимир Воробей скрылись. Пчелина поймали в 2007 году, однако перед отправкой для проведения следственных действий в Тольятти он повесился. Прошло, как мы видим, еще 8 лет, и уже практически через 20 лет розыска в Ленинградской области был задержан Владимир Воробей. Он уже был не Воробьем, а Гусевым, уже, пожалуй, наверное, почти забыл обо всем, что происходило. В те годы ему уже было около 50 лет. Вот. Но, тем не менее, рука закона, как говорится, достает и спустя годы таких людей. Дело Волгинских опять возбудили. Владимир Воробей был последним, кого не привлекли к ответственности. Арестованный решил не дожидаться справедливого суда и повесился в тюремной больнице, как и его друг.